Сегодня случились первые съемки, первый съемочный день второго сезона проекта «Ты супер». Я с большим удовольствием принял предложение организаторов стать частью этого проекта, стать членом жюри. У нас замечательная команда, у меня потрясающие коллеги. И мне кажется, что первый день прошел замечательно. Очень талантливые дети, невероятно талантливые. Конечно, когда ты читаешь их истории, узнаешь подробности их жизни, крайне сложно оценивать впоследствии их выступления, потому что всем априори нужно ставить там эту зеленую кнопку, нажимать, потому что они уже вышли на сцену, и они уже победители, потому что многое в жизни пришлось пережить им. Но, тем не менее, это конкурс, определенные правила, приходится выбирать. Пожелать хочу всем выходить на сцену, получать удовольствие, потому что ради этого мы все выходим на сцену. Ты супер!